Символ весны и женской привлекательности. В ботаническом саду классического университета расцвели редкие формы рододендрона японского – оранжевой и желтой окраски. На цветущий кустарник любовалась Екатерина Леонова. Для того, чтобы вырастить растение и довести его до стадии цветения, нужно примерно 5-6 лет. Растут они очень и очень медленно. Медленный рост компенсируется богатым цветением. В ботаническом саду рододендрон японский оранжевой окраски распустился впервые. С латыни рододендрон переводится как «розовое дерево». В природе растение встречается на склонах гор Средней и Северной Японии. Отличается очень ранним и очень красивым цветением. Листья, как правило, ко времени цветения еще практически не развиты, а крупные до 7 сантиметров в диаметре цветки украшают буквально весь куст. На Востоке этот кустарник является символом весны и женской притягательности. В Японии его называют цветком плотских удовольствий за манящий тонкий аромат. Еще рододендрон японский отличается большим разнообразием окраски цветков. Она может быть красной, алой, белой, оранжевой и даже желтой. Очень редко желто-цветковая форма рододендрона японского. Встречается в природе крайне редко. Это мутантная форма. Была замечена человеком и размножена искусственно. Очень красивые крупные цветки, крупнее, чем у других форм, у красной, у белоцветковой. Растение ценится своей морозостойкостью, поэтому его легко можно выращивать на Урале. Место для рододендрона лучше выбрать затененное, а почву торфянистую. Цветение кустарника продолжается всего несколько дней. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.